So give them an mridang. Brahmanam Tirtha Sohra
written by Devakinandan Das. Yeah, written by Devakinandan Das. Before he did offense of some Vaishnavas, he did some offense of Vaishnavas, and he criticized of some Vaishnavas. Now he asked how he can free of this offense. Now telling in whose mouth you did some, there is some criticized to some Vaishnavas, necessary same mouth you try to some glories of Vaishnavas, so then our all offense the more. So this Kirtan is very thing. Итак, следующую песню Вриндавана Васиджата написал Девакинандан Дас, один из величайших поэтов вайшнавов. И он говорит, мы в своей жизни совершили много критики вайшнавов. Как же нам избавиться от этой критики? Вот теми же самыми устами, которыми мы критиковали вайшнав, этими же устами нужно их прославлять. Следующие песни в следующей песне прославляются все вайшнавы во всех дхамах. Поэтому это очень полезная песня, чтобы избавиться от своей критики. If every day, you're doing this kirtan, if you have some offense of vaishnavas, this all offense is the more. Если каждый день петь этот киртан, то вы избавитесь от оскорблений, которые вы приносили вайшнавам в прошлом. Хорошо. Vrindavana vasi jata Vaishnavira gana Prathami vandana kari Samara charana Nilachala vasi jata Mahaprabhu gana Bhumite pariya vanda Samara Дипавати жата Махапрабхурбата Савара чарана ванда Хайя Агурата Махапрабхурбата жата Гаура деша сити Савара чарана ванда Кария пранати Jai-de-se, vai-se, Gaurangira-gana, Urdhavahu-kari-vanda, Savara-charana, Haya-che-nali-vena, Prabhurja-sadasa, Savara-charana-vanda, Dante-kari-gata, Brahmanda sarite shakti jai jani jani eveda purani luna jai jeva suni mahaprabhu gaina sava patita pavana jai lobhi mui pavi jai nunarana Vandana-karite nui, vato-shakti-dhari, dhamma-bhutti-lote-mui, dhamma-matra-kari, tathapi-mukera-bhagya, manera-ulata, dosa-chami-matami, karaniya-data, Sarvamanshati dhihaye Jama bandha shote Jagate durhava haya Prema ghana lute Manirava sana purna Ashirate haya Deva kina dana gata Eye lote kaya Jaya Vishnu Thakur, Jaya Vishnu Thakur, Vishnu Thakur, Jaya Vishnu Thakur, Vishnu Thakur, Jaya Vishnu Thakur, Vishnu Thakur, Jaya Vishnu Thakur. Как-то reading somebody this meaning? Кто-нибудь может хорошо зачитать этот киртан с выражением? Reading somebody? Прочитайте, пожалуйста, киртан. Прежде всего, я
простираюсь у стоп всех вайшнавов Вриндавана и возношу их славу. Погромче. Я простираюсь у стоп всех спутников Махапрабху и Нивачали возношу им славу. Я молюсь о том, чтобы развить угодную привязанность к лотосным стопам всех преданных Махапрабху на Вадмите. Отклоняюсь к стопам всех преданных Махапрабху Гауды Деши Бенгалии и возношу им славу. Воздев руки к небу, я возношу молитву всем преданным Гауранге, какой бы стране они ни жили. Нажав в зубах соломинку, я припадаю к стопам всех слуг Махапрабху, которые были в прошлом и придут в будущем. Я знаю об их величии и свете Пуран, провозглашающих, что каждый из преданных Гауранге Махапрабху способен освободить целую вселенную. Рассказы об их славе побудили во мне страстное желание обрести покровительство этих преданных, ибо каждый из них – спаситель таких грешников, как я. Разве способен я по-настоящему прославить их? Лишь из-за гордыни и невежества я пытаюсь сделать это, думая, что смогу описать их величие. Хоть я глуп и не способен воздать им должную хвалу, сердце мое ликует, ибо Гурудев дал мне святое имя – кладезь нектарных лил Кришны. Пусть же вайшнавы простят меня грешного и позволят стать их слугой. Эти вайшнавы исполняют любые желания. Они могут освободить от путь смерти и даже даровать прему, самое редкое сокровище, которого не найти в этом мире. Они без промедления исполняют все чистые желания, поэтому Девакинанда Дас возносит вайшнавам хвалу и молитву, возлагая на них все свои надежды. Хорошо? Окей, Харе Кришна. Каве Сри Чайтанна Море. Каве Сри Чайтанна Море. Вот песня, возьмите. Hare Krishna. Do the tila? You? No tila. No tila. You know tila. Tila? No. Tilak said the stamina. Tilak til no tila. You tila? Is this the devotee will pronounce the devotee? So so. So so. Chichu. Chichu. You can tell, not tilak. У кого нету тилака, идите в коридор, ставьте тилаку. Go, go. Got tilak. You got tilak. Maharaj, one question. Nityananda Das Prabhu, у него раздражение на тилак. Это потому что тилак покупной, его смешивают с ароматическими свойствами. Надо просто покупать без ароматных композитов, без смешивания. He said one man has some allergy for the tilak. I said that because of him some tilak they put fragrance, some flavors. Some tilakas when they are selling in Loy Bazaar inside they put some smell. So from this allergy comes. You can see there are two kinds of tilak, you know? There are two kinds of tilak. This is the one is the mix and fragrant and one is the original, who is not making, can put this. Вам просто пользуйтесь те, которые в храмах круглые делают у нас. Вот они. Tell I have pure tilak. No, where are the? У Махараджа есть без смеси тилака. Okay. You can go to my room. Идите в мой. There one table one steel pack. Там есть пакетика на столе. Steel, like the steel. Металлическая. Table and table you can put it. Maharaj, he wants to hear the story how the Bhajan Vrindavana Vasi Jata appeared. What? In the Mahaprabhu is asking,
Maybe to listen the story how the Bachan Vrindavana Vasijata appeared. Vrindavana Vasijata. What is the story of Vrindavana Vasijata Kirtan? How it appeared? How, what is the reason it appeared of this Kirtan? Oh, this is one person is the his name Gopala Chapa. Heard his name Gopala Chapa. He's the very envious person. When some Vaishnava they are doing Kirtan, especially Srivas Pandit, when doing Srivas Pandit, when he doing bhajan, he gets very envious. And very. And once what happening, the front of Srivas Pandit, house of front of house, night time he go and put some meat and put some red color and put some red color, this is the meat, and put some java puspa, some kind of flower, Krishna covering, Lord Krishna. No, who is he worshipped some devi, some tamasic, peripherally he kept front of house of this Srivas Pandit night time. And when morning time happening, now he's calling everybody sir. What they are doing night time, night time, there's the Kirtan, Mahaprabhu, devotee Kirtan. What they are doing? They are doing some Devi Puja and calling to some upstairs heaven glance from heaven girl and doing some enjoy. And they are doing some, drama. Oh, we are doing Hari Kirtan. They keep symbols of beer, with Saraf. And this is doing this, this name is very bad thing doing this name. История описана в читании Чаритамриты про Гопала Чапала. Он ненавидел вайшнавов и особенно ненавидел то, что происходило по ночам в доме Шриваса Такура. То есть там Махапрабху со своими спутниками каждую ночь совершал там экстатичный киртан, который все его слышали, но никто не мог туда войти. И этот Гопал Чапал все хотел их каким-то образом опозорить, чтобы они перестали делать. Он очень завидовал им. Однажды ночью он подложил к ним возле дома Шриваса Такура мясо, было красная икра, какие-то краски налил, там алкогольные напитки поставил, всю эту грязь эту разложил. И утром созвал всех местных жителей, говорит, вот посмотрите, чем они тут по ночам занимаются. Они, вы думаете, там Хари Кришна поют? Ничего подобного. Они тут кали поклоняются, мясо предлагают, мясо едят, вызывают абсар небесных и с ними там наслаждаются. Так и хотел опозорить этот Гопал Чапал. И после того, когда он это сделал, у него началась If some throne put your foot, never came out your head. So where you put that came out there, so you can go to Srivas Pandit and tell him forgive you. If he forgives you, then после того, как Гопал Чапал так старался опозорить Шриваса Такура, у него началась жуткая проказа. У него все тело покрылось язвами, которые сочились гноем. Он стал терять уже куски кожи, у него потерял нос. Он был очень ужасно положен, у него все тело болело. После этого он пошел, он уже не мог это терпеть, видите, он пошел к Махапрабху просить прощения. А Махапрабху сказал, вот туда, куда заноза попадает, ее оттуда и нужно вытаскивать. Заноза попала в стопу, не нужно стараться ее вытащить через голову. Если ты оскорбил этого вайшнава, ты должен идти к нему и у него просить прощения. Если он тебя простит, то у тебя все пройдет. Yeah, so now he who is mouth I did some
criticized Vaishnava, necessarily can do some glories of Vaishnava, then my aparadha will move. Then he do glory, this, all this kirtan, the glory of Vaishnavas. И после того, как он попросил прощения у Шриваса Такура, потом он написал вот этот киртан, прославляющий всех вайшнав. Он думал, что теми устами, которыми я оскорблял вайшнав, этими же устами мне нужно их прославлять. Поэтому в этом киртане прославляются все вайшнавы. Все вайшнавы из Риндаваны, все из Навадвипы, все из Пури. Yeah, so our Prabhupada, he gave rule, every day you must do literally some anyhow, happening some aparadha, Vaishnava aparadha, necessary, every day using this kirtan. Prabhupada говорит, у нас у всех за плечами находятся оскорбления Вайшнава. И единственное, как мы можем от них избавиться, это прославление их. Это замечательный киртан, который можно прославлять Вайшнаву. Хорошо. Дар Кабир Шри Чайтанья Море Кари Вена Дая. Кабир Шри Чайтанья Море Кари Вена Дая. 139 страничка. Окей. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Бхагави Гаур Бхакта Вринда Бхаджати Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Бхагави Гаур Бхакта Вринда Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Asuniya Amara Dukha Vaishnava Thakur
Sai Bhaktivinoda Thakur, he told, you don't know what you can pray to some Vaishnavas. What to pray to Sriman Mahaprabhu, you don't know about this thing. So our Vaishnavas there teach to us what you can pray to Vaishnavas and how to pray this Kirtan. Srila Bhaktivinoda Thakur говорит, мы не знаем, как молиться Вайшнавам. Мы не знаем, как молиться Махапрабху. И поэтому Вайшнава очень милостиво показывает нам, как это делать. So always very humble mood, you know, you can go to Vaishnavas and to pray why Krishna is always returned to the heart of Vaishnavas. So when Vaishnava they are mercy to us, then Krishna is yielding mercy to us. Нужно со смирением подойти к Вайшнаву, просить его, умолять его, потому что у него в сердце находится Кришна. Кришна будет отвечать на наше через их сердце. Зачитайте, пожалуйста, эту песню. Когда же Шри Чайтанья Махапрабху одарит меня своим... You can tell, reading one line him, second line him, third line him, like this. По куплетам. Когда же Шри Чайтанья Махапрабху одарит меня своей милостью? Когда я смогу найти прибежище у лотосных стоп Вайшнавов? Когда я искоренил себе дух наслаждения, научились должным образом выражать почтение Вайшнавам? Соломинкой в зубах и чадром вокруг шеи я встану перед ними, смиренно сложив ладони. Горько плача, я поведаю им о своих страданиях и буду молить, чтобы они спасли меня из бушующего пожара материальной жизни. Услышав о моих страданиях, досточтимые вайшнавы замолвят за меня слово перед Господом. Тогда в ответ на их молитвы всемилостивый Шри Кришна проявит сострадание к этому грешнику. Да, лотосный стоп вайшнава Бхактивинода молится. О Вайшнав Такур, будь милостив, возьми эту несчастную душу под свое покровительство и позволь ей общаться с тобой. Jeev Jago, Jeev Jago. Jeev Jago. Jeev jaga, jeev jaga, Gora Chand bole. Jeev jaga, jeev jaga, Gora Chand bole. Kata nidra jao maya, Pisa chir kole. Hare Hare
куплетом также. Проснитесь, проснитесь, спящие души, взывает Шри Гауручанда. Сколько можно спать в объятиях ведьмы Майи? Вы пришли в этот мир со словами: «О Господь, я буду поклоняться Тебе», но забыв о своем обещании, погрязли в невежестве. Я не шел на землю лишь для того, чтобы спасти вас. Есть ли у вас иной друг, кроме меня? Я принес лекарство, способное рассеять чары Майи. Молитесь же о том, чтобы обрести эту махамантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Хари Хари. Бхактивинода припадает к лотосным стопам Шри Гауранги, молясь, чтобы Господь дал ему эту Хари Нама мантру. Okay? This is the You know, this is Mahaprabhu, he brings this holy name to this is Goloka Vrindavan, the Premadhana of Goloka Vrindavan. Mahaprabhu himself brings to there. So if somebody chants this holy name, meaning you can get the essence of all Ved, Upanishad, Puran. This is the essence of this holy name. Mahaprabhu лично принес это сокровище Голоки Дхамы, Харинама Махамантру. И только удачливая начинает повторять ее, она является сутью всех знаний Вед. This demigod and demigod and demon and this human being, each other they fight. Everybody wants now this all slope, all Puran. Then they think, what happening? This is then you can do one thing. You know, who is the created this scripture? They said, you can go there. Well, who? Well, he is Shiva. You can go to him. He can do distribute this. And now everybody now go to Shiva. Итак, когда Вальмике написал Рамаяну, состоящую из 100 000 стихов, демоны, люди и полубоги стали воевать за их обладание. И тогда, чтобы разрешить этот спор, решили отправиться к Шиве, потому что он дал эти писания через Вальмике. Yeah. Then Shankar really, okay, I can distribute this all slope everybody. Now first there one lakh slope. Now he's doing then 1 lakh how much? This is the 30,000. Now in 30,000, now less is the stay there, you know, there 1,000 slope now. Mm-hmm, yeah. Итак, тогда Шива сказал, хорошо, я все разделю между вами всех поровну. Он 100 000 стихов сначала разделил, всем дал по 30,000 стихов. 30,000 стихов полубогам, 30,000 стихов людям и 30,000 стихов демонам. Далее оставалось еще 10,000. Now there are, there is how many thousand? 10,000. The 10,000 slope again he each is engraved. Then the 10,000. 3,000. 3,000. Потом он между ними разделил. Осталось 10,000 стихов, он между всеми разделил поровну, дал по 3,000 стихов. Осталось еще 1,000 стихов. Yeah. Now the 1,000 slope is the more. Then 1,000, now 300, 300, 300 each. Now 100 slope is the more. Потом он всем досталось еще по 300 стихов. Осталось 100 стихов. Yeah, this 100 slope is the more. Now 30 slope, you know. 30 slope he divided now. Stay the, you know. Mm-hmm. Потом разделил всем по 30 стихов. Yeah, now. Ten slokas. Now this 10 slok, now is the 3 3 3 this slok is distributed. Now still on one slok.
Потом он разделил последние 10 стихов по 3 каждому, и остался один стих. This one slok, you know, then one slok is the four charan. Mm-hmm. Four charan meaning, you can look one slok, four charan meaning 8, 8, 8, 8. Mm-hmm. There is the 24 syllabus is there. Mm-hmm. Now the four charan, now this is the 8, 8, 8, divided to 8, 8, 8. Mm-hmm. Остался последний стих из четверостишия по 8 слогов. И тогда он начинал уже делить по слогам на 3 части всем поровну. Now there are 8 letters, now is enough, less. The 8 letters, now there are 2, 2, 2, he distributes. Now last stage the 2 letters. Осталось последние 8 слогов, он отдал 3 слога. Он отдал 2 слога полубогам, 2 слога людям, 2 слога демонам, и осталось 2 слога всего. There are 2 syllables is the Krishna, Balarama. Now, Sankirtalo, I do very hard work for you, you know. I distribute necessary. I also necessary take something. Now, there are 2 syllables, I am take this syllable, this is the Krishna and Ram there. И тогда Шива сказал, ну, я очень сильно поработал ради вас, разделил вам эти стихи, поэтому мне тоже нужны определенные комиссионные, я, наверное, себе возьму эти 2 последних слога. Эти 2 последних слога были Рама. Да, Кришна. Кришна. Yeah. So, when this is the Krishna, this is the all, a whole scripture. This is the essence is the stage, only 2 letters. То есть, но в этих 2 слогах была суть всей Рамайны. So, if you are chanting this is Krishna, and they are all Bhagavata is there. If there is Ram, all Ramayana is there. То есть, когда вы произносите Кришна, там находится весь Бхагавата. А произносите Рама, там весь вся Рамайна. Yeah. Нитай Гаур Премананде, Хари Хари Гаур. So, telling there, yeah. Jaya Radhe, Jaya Jaya Madhava Saite, Jaya Radhe. Sana, 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 sana,
चंद्राय राधिकाय यस्तदालय
Кришная, Кришна Бхактая, Тадбхактая, Канта, Кривхаста, Крипа, Синдхвай, Вача, Катитанан, Павани, Бхо, Вайшнай, Бхо, Намо, Намо, Намаха, Ваданная, Кришна, Према, Прадайте, Кришная, Кришна, Чайтанна, Намни, Гаура, Туши, Намо, Хе Кришна Каруна Синдху Дина Бандху Джагатпати Гопи Сахагопика Канта Шри Радха Канта Намастуте Тапта Канчана Гауранги Радхе Вриндавани Сури Врисавану Сути Деви Пранамами Хари Прие Вриндави Туласите Пай Прияй Кесавасчата Кришна Бхакти Прадеви Саттаватай Намо Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гауру Бхакта Вринда Бхала Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари 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 О Бхаша Фалай Апаримай Unlimited Овенсеттамай Spiritual Master Nitrila Pravishna Vishnu Bhadashtodar Chadasri Prishamad Bhakti Sarab Siddhanti Usai Maharaj Then my same Oven Sashtra Akadim My Sikha Gurudev Nitrila Pravishna Slavati Vedanta Sri Narayana Usai Maharaj All Vaisnavas and Vaisnavas Прежде всего я предлагаю свои нижайшие поклоны моему духовному учителю Нитрила Pravishna Vishnu Bhadashtodar Chadasri Shrupi Gosvami Maharaju а также моему шикшу духовному учителю Нитилила Правиштаум Вишну Павчиша Майшила Бхактивиданте Нарайне Госвами Махараджу. Также всем собравшимся здесь Вайшнавам и Вайшнаве. Yesterday you heard from the Srimad Bhagavat how this Sanatadi disease, they are doing six questions to Sri Suta Goswami. This first question was, you are here. Yeah, this first question is the this world, which thing is this old world? Not more than some superior thing, you know. Mm-hmm. Which thing is the very highest thing this world? Вчера мы начинали слушать Шримад Бхагаватам, где Шрауна Кариша задает вопросы Сута Госвами. Первым вопросом является о том, что в этом мире является Шрея, то, которое потом переводилось несколькими русскими вопросами. Шрея означает, что является самым высшим в этом мире. То есть переводилось как благо и как это достичь. Yes, try remembering all these questions. Запоминайте эти вопросы. Хорошо? Yeah. And this is, and what is the more than auspicious, topmost more auspicious? No more than good auspicious. Что является самым высшим благом? Yeah. So this is the telling. This is the only Krishna Prem. This answer is the only. This is the Krishna Prem. Is the this material world, which is topmost superior thing and more auspicious. You know, topmost auspicious only Krishna Prem. Even they are Krishna. This large three form. One is the Brahma, one is the Paramatma, one is the this own form, you know? Bhagavan. Yeah, Bhagavan. But what is the topmost is Bhagavan. And what is the and aim and object? This is the Krishna Prem. This is the more superior, more auspicious. Итак, нужно запоминать все эти вопросы, записывать эти вопросы о том, что же является самым высшим сокровищем, самым высшим благом в этом мире. Только Кришна Према является этим сокровищем. И даже если рассматривать то, что Господь проявляет себя в трех аспектах, таких как Брахма, Параматма и Бхагаван, то это связано с его самым высшим аспектом, любви к этому самому высшему аспекту. Yeah, this is the first question. And second question is that yesterday you heard this Kali Yuga. Yeah, this Kali Yuga, this what is the process, very easy process, you can attend to the Supreme Personality of Godhead. Вторым вопросом шло
что является самым легким способом для обретения Кришна премы в Кали-югу. Yeah. So, you know, this is the, if you read some different scripture, somewhere somebody receives telling you can do follow this karma, somebody tells some follow this yoga, somebody follow this gyan, somebody is the mimamsa. You know, there are so many philosophers, you know, so many Jaimini. Everybody's opinion is different opinion. But this Kali Yuga is very easy process when attend this Lord. Существует бесконечное множество ответов на этот вопрос. Кто-то выбирает путь кармы, кто-то выбирает путь гьяны, и кроме того, и эти пути очень разнообразны, имеют много ответвлений. Did you mention what is the most highest now? You're not listening, I'm telling you. I told that. So here the third question is that, you know, this is the question. You know, this all question, one question to another question, some leak, you know, this question. What is the topmost? This is the Krishna's glories, Krishna's pastime, Krishna's kirtan. You know, this is the answer. So third question is that, you know, you can tell us this is Vasudeva Katha, you know. This is Krishna Braja's pastime also, this is Dwaraka pastime also, Mathura pastime, this all pastime you can tell to me. Шауна Кариша, когда задает эти вопросы, он и так знает на них ответы. Он задает их на благо людей, которые будут жить в Кали-юге. Поэтому даже между его вопросами можно видеть невидимую связь. Сначала он спрашивает, что является высшим благом. Потом он спрашивает, что является самым легким процессом. А потом он уже, не получая ответ, задает вопрос о том, расскажите нам об играх Васудева, то есть об играх Кришны. Yeah. And this is fourth question, you know, fourth question. Till not only Krishna's pastime, he also hearing, thus avatar's pastime, telling me why they are asking this avatar's pastime, incarnation pastime. Well, they are also doing very nice pastime, like this Nrisimhadev, you know, he is very bhakta bhakti sali furnished. Prahlad Maharaj, he take the form of, come from to this, the pillar he manifested. And this is Vamandev, he also appeared, you know, gave to mercy of Sri Bali Maharaj. And this is Ram also, do very nice, sweet pastime. He teach to everybody how can to behavior of father, mother, wife, you know, everybody. So this he established Marjada Purushottam. This incarnation, Krishna's incarnation also, he also doing very sweet pastime. I also listening this sweet all pastime. И четвертый вопрос Шауна Кариши спрашивает не только об играх Васудева, он еще хочет услышать повествование о других инкарнациях Бога. Зачем он хочет об этом услышать? Потому что их игры тоже заслуживают огромного внимания. Они также, безусловно, полезны и дают множество уроков. Это удивительные игры Нарасимхи, которые славятся своей огромной, неизмеримой любовью к своим преданным, когда он появляется прямо из колонны, чтобы защитить своего преданного. Это игры Господа Рамачандра, который устанавливает идеальный пример своих обязанностей в обществе, идеальный пример семейных взаимоотношений между отцом, матерью, братьями. Yeah, and the fifth question is that I also want listening Krishna's, you know, just meaning this is glories. Now he telling this your glories, you are coming on slow, heavy. Krishna's so much glories, even Ajamil, you know, so he's the very sinful activities person, you know, but only once he take the name of Lord, or he not take for this Lord, he calling this son. The holy situation, he completely lay down, completely impure, passing urine and stool. And he did not call to Lord, only come to his son. And what time he calling, he becomes so afraid, you know, so afraid, yeah, and completely impure and unconscious situation. But he has so much glory, once one take the name of that
Vishnu to came and saved him and take Vaikuntha. Далее Шона Кариша спрашивает о славе святого имени. И там идет описание истории Саджамила. О нем очень грешного человека, который оставлял свою жизнь в совершенно ужасных условиях, когда в очень грязных условиях, в невыносимой боли, когда появляются эти полубоги, слуги Бога смерти и уносят его. Вот тогда он произнес имя Нараяны. И несмотря на то, что он звал своего сына, он получает спасение от Вишнудутов. Yeah. And telling what he hears once, listening, he is the, you know, he is the sweet pastime. Telling who is this top much sweet pastime, and this is the Rasa Lila. How Krishna only one, but there are 100 million Gopi Krishna take different and do dance with Braj Gopis. Шона Кариша спрашивает и об играх Кришны, его сладостных играх, в том числе о его самой главной игре. Он просит рассказать ему о танце раса, в котором Кришна танцует с Гопи. And also I want to listen to this Krishna Giriraj Govardhana. How Krishna only 7 years old, you know, 7 crores Giriraj, 7 days he carry this Giriraj Govardhana. I also want to listen this pastime. Он спрашивает, я хочу услышать также, как Кришна поднял Giriraj Govardhana, как он держал его 7 дней и 7 ночей. Yeah. So this is the 5, and this is 6, and this is the 6th question is that, yeah. Sixth question is that when Krishna he left this world, dharma, where it takes shelter? Последним вопросом Шона Кришна шестым спрашивает, когда Кришна ушел, в чем еще осталась дхарма? Yeah, the dharma where it takes shelter, you know, where? In трусность. Трус. So, when he Krishna this left world, then dharma he takes shelter to Srimad Bhagavata Grantha. So this meaning is the when you are listening to Srimad Bhagavat, telling this is the nut, you are listening to Bhagavat, you are direct, do you meet with the Lord? You are not hearing, you are direct meeting with the Lord. Что в чем приняло спасение Дхарма, сама религия, когда ушел Кришна? Ответ это Шримад Бхагаватам. То есть нужно понимать о том, когда мы слушаем Шримад Бхагаватам, мы слышим непосредственно. Мы получаем непосредственно даршан Кришны. Yeah, so this is telling Srimad Bhagavat, not Bhagavat. This is the 12 canto, this is the 12 leaves of Lord Krishna. Can tell what is this 12 leaves. Шримад Бхагаватам – это не просто писание, это само тело Господа, тело Господне. И первая, вторая песня – это его стопы. Третья, четвертая – это его бедра. Пятая – это его пупок. Шестая – это его грудь. Седьмая и восьмая – это его руки. Девятая – это его шея. Десятая – это его лицо. И одиннадцатая – это его венец, как бы макушка или как бы корона. Now, Sutta Goswami, now he think, now he won't give answer. When he gave the answer now, Sridhar Goswami think, oh, the first question is that, how Atma became very satisfied, yeah? And what is the most auspicious and most superior thing in this world, yeah? This is the question. Now he think, if he gave some answer, my own mind, if they are not to make successful life, yeah, then what happened? Sridhar Goswami think now. So necessary, I can give to answer to them, what I heard from my Gurudev. Well, who is his Gurudev? Well, his Gurudev, this is Sukhdev Goswami, his Gurudev. So he thinking, even so many Muni receive their own opinion. But who is scripture, the topmost scripture of Srimad Bhagavata? Why this Vyasadeva writing the all scripture, you know? When he writing this scripture, when he written all scripture, he did not satisfy when the Narada came, when he gave instruction, when writing the Srimad Bhagavat, then he become completely satisfied. Now he think, I can give that answer, what I can heard from my Gurudev, Sri Sukhdev Goswami. Итак, когда Сута Госвами
задумался над ответом для Шоуна Кареши, он погрузился в размышления о том, что больше всего может удовлетворить атму, то есть душу, что же является этим высшим благом. И тогда он не стал отвечать на основе своих размышлений, своих доводов. Он решил, что он будет говорить именно то, что слушал от своего учителя, то, что передалось по линии, по парампаре. Вьясадев написал все писания ведические, и в конце, в качестве заключения, он написал самое высшее писание. Эти писания являлись Шримад Бхагаватам. А Вьясадев передал это писание Шукадеву Госвами, а Шукадев Госвами передал его Сута Госвами. И вот теперь Сута Госвами, на основе того, чего он слышал от своего учителя, решил отвечать Шауна Кареша. Yeah. So now he went past, he offering this obeisance to his own Gurudev. Who is his Gurudev? He is the Sukadev Goswami, he is the Gurudev. Now this is the pranam mantra of Sukadev Goswami. Yeah. Сначала он предлагает поклон своему учителю Шукадеву Госвами. Yeah, this is the jam prabhajantam anupitam apita kritam dvaipayana virahakātara ājubhāva putreti tanmaya tayātaravo vinedum stam sarvabhūta hridayam munimāna tosmi. Yeah, partially after this overnight is Gurudev, play my Gurudev. Who is the my Gurudev? He is the Sri Sukadev Goswami, the my Gurudev. And who is the Sri Sukadev Goswami? Bale Priya Sukha Sri Vrishabhanujaya. Dalthisita Radharani is very very near and dear to Sita Sukh. Who is Sukh? Srimati Radharani herself gave very love affection. You can tell the story, remember it? Mm-hmm. Tell nicely. Mm-hmm. About Shukadev Goswami? Yeah. Now, how he was favorite? Yeah, I don't know which story I have, because of many stories. You know, many stories, how many stories you know? Yeah, how Shukadev Goswami was born and went to the forest, or maybe he was a favorite parrot of Shrimati Radhika. Okay. Итак, когда он стал предлагать поклоны своему учителю Шукадеву Госвами, он говорит, что мой учитель — это никто иной, как любимый попугайчик Шримати Радхарани. Он настолько дорог, что каждый день Шримати Радхарани общается с этим попугайчиком. Он садится к ней на ладонь, и она кормит его зернышками граната. Она учит его повторять «Кришна, Кришна». А когда она испытывает большую разлуку по Кришне, то она просто открывает для него свою душу. Она с ним разговаривает о Кришне. Однажды так случилось, когда Радхарани несколько дней не видела Кришну. Она просто умирала от этой боли разлуки и произнесла очень красивый стих, посвященный Кришне. Попугайчик хотел ей помочь. Он запомнил этот стих и полетел в Нандагаон. Он прилетел туда, увидел Кришну, сел над ним на ветке и стал голосом Радхарани петь этот стих разлуки. Тогда Кришна стал искать глазами Радхарани, не мог найти, увидел, что это попугай, ее попугай сидит на ветке. Кришна взял этого попугая, тоже стал его благодарить, тоже стал кормить его зернышками граната, он был очень ему обязан и решил его оставить себе теперь. А в это время Радхарани соскучилась по своему попугайчику тоже. Она отправила свою подружку Мадурику, чтобы та принесла ей попугайчика. Мадурика нашла попугайчика у Кришны. Она сразу заметила его и пошла попросить его обратно. «Кришна, Радхарани очень скучает, отдай ей этого попугайчика, это попугайчик наш», — говорит. И тогда Кришна сказал, «Ну, если он ваш, ну пусть мы посмотрим, пусть он тогда к вам летит». А попугайчик не улетал с ладони Кришны. И Мадурика говорит, «Ты хитрый», — говорит, «Ты прекрасно знаешь, что от тебя никто не улетит. Почему ты так говоришь? Просто отдай попугайчика». Кришна говорит, «Не отдам, это мой попугайчик. Он мне не улетает, значит, это попугайчик мой». Мадурика пошла к маме Ишоде и стала просить его помочь как-то в этой ситуации. Мама Ишода тоже пыталась отнять попугайчика у Кришны, но тоже ничего не получилось. И потом мама Ишода просто послала Кришну пасти коров,
и обманом забралась попугайка, отдала еще матери Дарани. Вот это тот самый попугайчик, который устраивает эти сладостные игры Рады и Кришны, тот, который участвует в этих играх. И вот он теперь рассказывает Шримад Бхагаватам. Okay, so she partially offering this Gurudev, he tell you, oh my Gurudev is the Radharani's Priya Sukha. So now he telling, jam pravajantam manupetam apetakritam. But see Vyasadev, you know, he's staying the oh mother 16 year stay. He did not want to come out. Well, why? But this material world is Maya completely. So if I, every child they are take the bow of om of mother, who must I do your bhajan? But when come this material world, completely forget. So think I don't want to come out this material world. Why this is Maya? Итак, что рассказывает то, как появился Шукадева Госвами. Когда он залетел в рот жене Вьясадева, он оставался в ее чреве 16 лет. Обычно, говорит Махарадж, дети, когда эмбрионы, они приходят в сознание и понимают, что они сейчас в теле новой женщины, и то, что им придется родиться, они очень нестерпимо, неудобно там. И они молятся Бхагавану о том, что вот в этой жизни, когда они родятся, они будут совершать баджан. Но когда они выходят наружу, через ту боль, через ту обстановку, они обо всем забывают. Шукадев Госвами, находясь в чреве матери 16 лет, просто отказался выходить наружу, чтобы тоже попасть в эту майю. Говорит, я тут в сознании, я тут понимаю, я никуда не выйду. So, when he did not want to kill, then Vyasadeva tell, all living entities that take vow. Then Lord telling, when I give birth to you, then you must do bhajan, I understand. This material world, nobody, anybody else, this complete selfishness. Well, if you're not doing bhajan, you know, I can, between, I give some warning to you. Well, first warning gave. Well, when one first one here, you are become wise. You understand it, the first warning, meaning, now you go, time is finished, now you go to, you know, you're finishing. But you are not hearing this warning. If someone hears white, then what happening? You can look some this here one white, he start to hear. You can look here to start to hear. But if you fast again the warning in ear fast. But when everyone hears the white, you can one pull out, you know, take out. Meaning, well, no, you are telling I am old, I am not old, I am young now. Эмбрион приходит в сознание, когда душа начинает там разговаривать с Господом, когда душа испытывает боль, тело навсегда обращается к Господу за помощью. Тогда она начинает клясться о том, что в этой жизни она будет обязательно совершать баджан. Господь отвечает, ты правда будешь совершать баджан в этой жизни? Да, да, я буду обязательно совершать баджан. Хорошо, я тебе даже дам некоторые предупреждения, напоминания о том, что ты обещала свою клятву, чтобы ты исполнила свою клятву. Что это за предупреждение? Сначала мы видим, что у нас начинают сидеть волосы. Это первое предупреждение. Это предупреждение о том, что время твое уходит. Оно скоро уйдет совсем. Но никто не хочет слышать об этом предупреждении. Люди просто вырывают эти волосы или их закрашивают. Это как первый звоночек. Yeah, so if there's some more, you know, hair become white, then bring on to color, you know, that you can tell to you are not any old. Then Lord telling you about second warning, well, what second warning? Well, you can eyes become slowly, but you can get vision. Yeah, but that time what I drink, put the chasma, goggles put, well, you are not any. Third warning I gave, well, what? Your teeth health is broken, your teeth. But even the dentist put very nice teeth. Well, oh, you are not old now, you are young. Then Lord tell, oh, fourth warning I don't want to give you, then doing Ram Nam Satya. Когда Господь говорит, старое предупреждение будет то, что у тебя начнет портиться зрение. Но люди тоже не обращают на это внимания. Они ставят себе либо контактные линзы, либо очки, либо делают операцию. Третье предупреждение.
желание Бог делает так, что начинают выпадать зубы. Но и это, на это не смотрят люди. Они просто идут к дантисту и ставят хорошие себе зубы. Четвертое предупреждение просто не будет. Там будет рам нам сатямхе. Там просто вынесут тело. Хорошо? So now this is Sukhdev Goswami, you know, he did not want to come to see outside, om up outside, you know. So this is the thing, oh, if I can, this Maya he catch me, then Krishna tell, Vyas Dev tell, I can, you know, this, I can keep this Maya, will not pursue it. He himself controlled by Maya. If he is the Mayapati himself, Krishna, he came, if I can believe that without not believe, why? Krishna telling this Daivijasa Gunavai Mamamaya. This is the my Maya. If I want, I can move this Maya. If Krishna came, I can believe. Then Krishna calling to Krishna. Now this Krishna take out this Maya. Now Sukhdev Goswami appeared. Take birth. Именно поэтому Шукадев Госвами не хотел выходить наружу, потому что там на него тоже бы напало это наваждение, это майя. Тогда Вьясадев стал уже упрашивать своего сына выйти наружу. Он говорил, пожалуйста, если ты выйдешь, я тебе помогу, я тебя спасу от этой иллюзии. Нет, нет, сказал Шукадев Госвами, ты сам находишься в этой иллюзии, ты семейный человек. Вот если сам Кришна только придет, так это Кришна, майя принадлежит ему. Иллюзия, он ее хозяин. Только лишь с, если он пообещает, что на меня она не будет действовать, только тогда я выйду наружу. Yeah, now he Sukhdev goes on to jump prabhajanta manupita mapita kirtam. Then now, this is the Brahman, the son of a Brahman, they say he have some opening in sanskar. But when birth, the way to birth, his age look like 16 age, you know. Sukhdev goes on age is 16 age. And now he took sannyasi and he go, now he ran away, you know. Now run away to sannyasi. That time this father telling, ha putra, ha putra, ha putra, oh my putra putra. But then comes some echo, ha putra, ha putra. Who is, no anybody to father, not mother, this is a completely maya. Yeah? Nobody anybody else. So tell this then, another meaning, telling, that time all tree, all leaves, they are came from eco, ha putra, meaning that everybody also telling this Sukhdev Goswami, putra putra. Why? Well, if somebody very, very nearest, dearest to Lord Krishna, you know, then what happened? Everybody also doing so much love to him. Easily everybody doing love. If somebody love to Krishna, this is the easily everybody doing love to him. Do you understand? The trees speaking ha putra ha putra, yeah. And the trees love Shukadev Goswami. Yes, Shukadev Goswami telling me when somebody, you know, if somebody so much love near dear Lord Krishna, what happening? Everybody also doing love to him. Like they are everybody telling putra putra. Not only he only putra only. Далее, когда появился Shukadev Goswami, обычно по традиции мальчику брахмана дают брахманический шнур, проводят самскару, когда ему дают этот шнур. Шукадев Госвами появился уже как юноша 16 лет, как очень красивый юноша 16 лет. Не дожидаясь никаких церемоний, никаких самскар, он сам принял саньясу и убежал в лес. За ним бежал отец, чтобы остановить его. И он бежал и кричал ему вслед. Ха-путра, ха-путра, это означает «О, сын, о, сын!». Когда он бежал, то эхо раздавалось только ему вслед, ему в ответ «О, путра» произносили все деревья. То есть, с одной стороны, это эхо обозначает, кто, как будто деревья ему отвечали, кто тут сын, кто тут отец. Никто в этом мире не является сыном, никто в этом мире не является отцом. А другое значение этого ответа было в том, что если вы любите Кришну, то если кто-то любит Кришну, то все начинают любить этого человека. Поэтому, когда деревья вторили «О, сын, Шукадев Госвами»,
потому что Шукадев Госвами был, он предан Кришне, он его дорогой возлюбленный друг, поэтому все деревья тоже к нему относились как к своему сыну, они тоже произносили «О сын, о сын». Yeah. So, here is the telling, yeah, Sarabhuda Hridaya. Now he telling, what is the glory of Gurudev? Telling, my Gurudev, you know, Sarabhuda Hridaya, he is the, by this Jyog, power of power Jyog, he also enters every living entity. And he also, even he enters all living, creeper, tree, he also entered everybody. This is the telling, what is the glory of Guruji, you know. This my Guruji by yoga power, everybody sitting in everybody's heart, meaning he also understands everybody's heart. So I am offering my Gurudev. If my Gurudev is situated in everybody's heart, he Gurudev also came to my heart, you know. So Sita Goswami, they are doing question, I can give a very nice question to answer to them. So on the other sitting question, yes, I can give answer to them. Uh-huh. Gurudev manifested my heart, inspired to me. Итак, Сута Госвами дальше прославляет своего учителя. Он говорит, Сарва Бхута Хридаям. То есть мой учитель находится в каждом сердце. Мой учитель обладает такой силой, таким могуществом, что способен входить в каждое сердце. И поскольку он входит в каждое сердце, он и из моего сердца сейчас будет отвечать вам на ваши вопросы. Хорошо. So this is the now he give answer. First question he give now give answer. Сейчас будет ответ на первый вопрос. Hari Bol. Jai Govinda, Jai Gopal, Kesav Madhav Din Dayal. Jai Govinda, Jai Gopal, Kesav Madhav Din Dayal. Jai Govinda, Jai Gopal, Kesav Madhav Din Dayal. Jai Govinda, Jai Gopal, Kesav Jai Gopal, Kesava Madhava.
Ananande Hari Bol. Now, you know this past question, how you see the Hari is this material more than more auspicious and a very great person thing. And how your God pure happiness this all human being. Итак, первый вопрос включает в себя понимание о том, что является высшим благом, что является самым лучшим, самым высшим, самым ценным сокровищем. Yeah. And is the this question is like this. Sometimes what happening? This material world, something the auspicious. Oh, I have no husband. Got very nice, good husband, but after some day, what happened? I have a boyfriend, girlfriend. After some day, deep quarrel. And I have no money, coming to money. Now, this fighting as family. I have no son. After this son become demonic, doing so much problem. This material world, you know, if some auspicious, but everything this material world is the, you know, this is the. This is not eternal. This is always is the after always he give the problem. Everything give problem. But here question is that what thing I can get? This is the forever. This is the complete auspicious, not any inauspicious this thing. Итак, все в этом мире, о чем мы желаем, в конечном итоге создаст нам те или иные проблемы. Например, человек думает, о. Вот что мне сейчас на самом деле нужно, это очень хороший муж. Тогда у меня жизнь будет счастливая. Или человек, а потом раз через некоторое время начинаются большие войны с этим мужем. Потом человек думает, о, мне нужно много. Вот если бы у меня сейчас было бы достаточно денег, вот тогда бы я был бы счастливым. А потом вдруг оказывается, что при эти деньги являются причиной вражды между людьми, зависти, ненависти, убийств. Потом человек начинает думать, о, мне нужен очень настоящий сын, хорошие дети, вот он будет являться целью моей жизни. А потом вдруг оказывается, что сын пришел просто настоящий демон, который тоже является причиной твоих страданий в этом мире. Все, что в этом мире находится, все так или иначе либо заканчивается, либо приводит к страданиям. Yeah. So даже когда есть хороший сын, он тоже умирает, это тоже является причиной огромных страданий. Yeah, now he gave answer. Yeah, answer Italy. Sabai punsa para dharma jat bhaktir adhak saje ahetuki apretyata jaya atma samprasidati. The answer sabai punsam para dharma sabai by nik seer, you know. Sabai punsapunsa meaning all living entity. Paro dharma, meaning dhui dharma, the topmost dharma. This material also, many dharma also. You can do service to your father, mother, this is the citizen, you know. And there are so many kind of dharma. You know, you can some responsible to somebody, your wife responsible to husband, responsible son. So there are so many kind of this jagat dharma, pita dharma, mata dharma, desh dharma, country dharma. So many dharma is this material one. But telling this dharma is not eternal dharma. This is not the topmost dharma. Then what is the topmost dharma? Jato bhaktir adhas saje. You know, this is if doing bhakti is adhaksas meaning with the Lord Krishna, this is the your supreme dharma, this dharma. Савай, то есть савай пумса, для каждого живого существа, паро дхармо, и высшим действием, высшим долгом, высшим выбором является что? В этом мире очень много выбора, то, чем заниматься, чему посвятить свою жизнь. Кто-то посвящает свою жизнь своей семье, кто-то посвящает жизнь своей работе, кто-то посвящает жизнь спасению общества, спасению
и всего мира. Но что же является высшим долгом каждого живого существа? Высшим долгом каждого является парадарма от Ято бхактира дхокшаджи. Высшим долгом каждого является и выполнение бхакти, то есть высшим долгом является бхакти к Кришне адхокшаджа. Адхокшаджа – это тот, кто не воспринимает выше, чем наше восприятие интеллекта и наших чувств. Вот бхакти к нему, развитие преданности к нему является высшим долгом каждого. Adhaksaje, yeah, doing bhakti in adhaksaje. This is the, you know, this is the telling, yeah. Then coming the question, if you are like this, Krishna, he told Bhagavad Gita, yeah, tell sarva dharman paritejya mam ekam saranam braja aham tvam sarva papa vimoksha sami ma sucha. So Krishna telling sarva dharman paritejya, this material world, so many kind of dharma. So telling, when you are to birth this material world, necessary you can do fulfill the six kind of dharma. This is the deva dharma, rishi dharma, pitamaka dharma, devarsa pita, kring dharma, the all jeev dharma. Necessary you can do not this true. Follow this thing. But Krishna is telling, if somebody completely came to Krishna's lotus feet, takes sarvatmana, so no need to, you know, to follow this another dharma. So Krishna telling sarva dharman paritaja mam ekam saranam braja. When coming Krishna, then Krishna tell all responsibility. If you think you may become happy, sinful activities, then Krishna tell ma, so you can don't think about, I can free to all kind of sinful activities. Итак, Шри Сута Госвами отвечает, что главным долгом каждого является развитие бхакти к этому адхокшаджи, того, кто выше, чем интеллект и выше любое чувство, того, кто выше материального мира. То же самое подтверждается в Бхагавад-гите, где Кришна говорит: «Сарват дхармам паритяджа остав все виды дхармы». Все виды своих долгов. То есть, когда рождается человек, у него сразу появляются долги. Сразу появляется долг перед отцом и матерью за то, что они его дали ему жизнь. Сразу появляется долг перед полубогами, которые управляют его телом, управляют всем окружением, даруют свет, тепло, воздух, пищу, кровь. Сразу появляется долг перед мудрецами прошлого, которые снабдили всем знанием для того, чтобы жить в этом мире. Сразу появляется долг перед различными правителями, которые управляют обществом, которые управляют государством, какими-то другими институтами. Появляется долг перед другими живыми существами. Каким образом, если человек не будет платить по долгам, он будет идти в ад. Если он не заплатит по своим долгам, если он не выплатит, то он идет в ад. Так вот, Кришна говорит: «Сарва дхармам паритяджа оставь». Тебе не нужно выплачивать больше эти долги в том случае, если ты предашься только мне. «Мам экам шаранам браджа». И тогда я, он говорит, «Макша мишьями мошу чар». Тогда я сам избавлю тебя, освобожу тебя от всех твоих видов долгов, от всех грехов, от всех грехов, то есть от всех твоих неоплаченных долгов. Okay. Jata bhaktir adhaksade. Yeah. They're telling why if somebody doing bhakti to Lord Krishna, this is the paradharma. So Krishna told Bhagavad Gita he telling mamaivasa jiva loke jiva bhuta sanatana. Jeev is the Who is the Jeev? He is the Sanatan, Krishna is the Sanatan. Jeev is the Jeevar Swarupaya Krishna Nityadas. Jeev is the, he is an eternal servant of Lord Krishna. So this is the first duty is that he can to serve to Lord Krishna.
And another duty, this is the outside duty, this is not eternal duty. Кришна говорит Бхагавадгите, мама Ивансам, Дживалоке, Сарва Бхута, Санатанам. Он говорит, что все, каждый в этом мире, это мои частички, мои кровные частички. Именно поэтому, если душа исполняет свой изначальный, свой основной долг перед Богом, ей уже не нужно платить перед всеми остальными, так как она является частичкой Бога, то ее первоначальный Бог... первоначальный долг именно перед Ним. И мои вечные частички, мои вечные частички души, если они исполняют свой долг, они осознают свою природу. Yeah. This is the only, this is the jeev, this is the topmost dharma for jeev. Every, you know, how you can follow, he telling, in the sabayipus parjata bhakti adhak saje, but ahai tuki apratihata. Now he telling, he give two definitions. This bhakti also ahaituki. Ahaituki meaning there are not any kind of desire. Krishna is my father, I am the son, you know. So my duty is I am doing to serve to Lord Krishna. I did not want to be anything, you know, this not so I am doing bhajan bhakti, Krishna, if you go something, then I can do bhakti. Well, no. This is the not pure dharma, without desire, unconditional completely bhajan. Сута Госвами, когда описывает, что является высшим благом, в третьей строке говорит «Агай туки апратихата». «Агай туки», он описывает природу этого бхакти перед высшим адхокшаджи. Он говорит, это бхакти на... совершенно должно исполняться бескорыстно, а не взамен на что-то. То есть это не так, что я что-то должен получить от Бога, и из-за того, что я от Него что-то получаю, я поэтому Ему и служу. Нет, бхакти — это только то, что совершается на совершенно бескорыстной основе. Nairantar jamai, not like this, doing someday one day Guru Dharma mala, some one day doing mala, next day not doing, necessary continue like this, one honey, one food, they make one, you know, that's it. Like this, continue this bhakti also. And далее говорится, апратихата обозначает, свойство бхакти заключается в том, что если это бхакти, настоящая бхакти, то оно идет непрерывно, как струя меда, которая не может прерываться. И поэтому если это не так, что гуру дал вам повторять мантру, и вы ее иногда повторяете, иногда не повторяете. Это не бхакти. Бхакти — это когда вы это делаете постоянно. Yeah. If somebody didn't question, you are telling me, whole day doing bhajan, Hare Krishna, Hare Krishna. Then I am grihastha life, I am children, I am wife, and without work, how can you eat, you know? In terms of question, whole day you take mala, then how possible? You are telling this is the, you know, always. How is it possible this thing doing? Тогда возникает вопрос, каким же образом непрерывно выполнять бхакти, если на мне еще висит так много других обязанностей? Если я семейный человек, ведь мне нужно ведь много своего времени отдавать на работу, на поддержание своей семьи, каким образом я могу тогда обрести это непрерывное бхакти? Yes. Хорошо. Now, so Sri Chaitanya Mahaprabhu told, you know, what you can do? You can do, I am doing everything for Krishna. You do some job. Why are you doing this job? Well, this money, without money, you see the Lakshmi. Without Lakshmi, how possible doing Krishna Seva? Gurudev, Guru Vaishnava Seva. So when you are cooking for whom, you can think, cooking for Krishna. When brooming your house, this is Krishna's house. Yeah. So what you can do, this thinking, everything, you know, thinking for, I doing everything for Krishna, Guru Vaishnavas. Итак, Шри Чайтанья Махапрабху учит о том, что нужно просто привнести правильное отношение к своей жизни. Секрет в том, чтобы привнести некоторое настроение к той деятельности, которую мы делаем. Если мы идем на работу, то нужно относиться к этой работе, как я
я работаю, Кришна, но я работаю для Тебя, ради того, чтобы у меня были средства, ради того, чтобы я мог служить Тебе. Я забочусь о своей семье, потому что они Твои слуги, им нужен кто-то, кто будет заботиться за ними. Нужно развить правильное отношение к этому. Если я убираюсь дома, почему? Это ведь дом Кришны, поэтому он должен быть чистым. Если я готовлю, я готовлю для кого? Я готовлю для Кришны. И тогда та же самая деятельность, которую мы выполняли раньше, она не являлась бхакти. Если выполнять ту же самую деятельность уже с правильным отношением, с правильным пониманием и настроением, это уже будет относиться к бхакти. Harsha, how all Braj Gopi, you know, they are cooking for Krishna and churning and they are singing Govinda Damodara Madhava. Как Braj Gopi, они убираются дома, готовят и поют при этом Govinda Damodara Madhava. Govinda Damodara Madhava Ti, Govinda Damodara Madhava Ti, Govinda Damodara Dharmadhaveti, Govinda Damo, Dharmadhaveti, He Krishna Heja, Dabhe Saketi, Govinda Damo, Dharmadhaveti, He Krishna Heja, Dabhe Saketi, Govinda Damo, Dharmadhaveti. Govinda Damo Dharmadhaveti no Govinda Damo Dharmadhaveti. Yeah. And when some children now sleeping, you know, he took it like this for telling your language. He tried to sleep somehow, that I'm also singing. Когда Гопи укладывает спать малышей дома, они тоже им поют колыбельную Говинда Дамо Дарамадхавити. And when they are brooming, that time we are singing Govinda Damo Dharmadhaviti. Когда они подметают дома, они поют Говинда Дамо Дарамадхавити. And hard time is the, you know, this milking, butting, milking. Когда они доят коров, они тоже поют Говинда Дамо Дарамадхавити. Говинда Дамо Дарамадхавити. Govinda Damo Dharmadhaveti, Govinda Damo Dharmadhaveti, Govinda Damo Dharmadhaveti, Govinda Damo Dharmadhaveti. So, tell me. Now there also this another conversation also, this is Jamdut, you know, this is Vishnudut is there telling something. How is our Atma become success? There also coming one slope is the telling, you know, Bhakti Yoga Bhagavati Tannam Grahana Devi. You know, this is the when you are chanting this holy name. Only then our Atma completely becomes satisfied, without not satisfied. То есть Сута Госвами говорил, я Атма Супра Сидати, а здесь Вишнудута еще в другой песне Шриман Бхагаватам произносит Бхакти Йога. Бхакти Йога. Бхагавати Таннама Грана Деви. Таннама Грана Деви. То есть Вишнудута тоже говорят, что именно это именно эта деятельность души приносит полное удовлетворение душе. Именно бхакти к Бхагавану приносит полное удовлетворение. Yeah, this is the Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then our Atma become completely satisfied. Srimad Chaitanya Mahaprabhu told, Cheta Darpan Marjanam Bhava Mahadavagni Nirbhavanam Shreya then Vidya Vadu Jivanam, yeah, Anandam Buddhi Vardhanam Patipadam Pranamita Svadhanam Sarvatmasna Palam Param Nijete Shri Krishna. Can I tell you this meaning? Вот расскажите теперь смысл этого стиха.
Ну, замечается успехом слава воспевания святого имени, которое очищает зеркало сердца, а потом оно гасит пожар материального существования, и лотос благодати распускается в сердце такого живого существа, и затем на каждом шагу он начинает испытывать вот сладость вот этого вот имени и непрерывно. И каждый шаг, каждое слово наполнено нектаром и Кто-нибудь расскажет смысл этого стиха еще? Okay, you know this meaning? You know? Рам Канто Прабху может рассказать. Who? Давайте рассказывайте. Так, ну, перевод вспомните просто. То же самое просто. Что все время очищает зеркало. Был, по-моему, я не внимательно слушаю, что было. Ну, поэтому вспоминайте. Просто заново перевод скажу. Состояние очищает зеркало сердца. Окей, хорошо. Харсон. Мрсачинандан Гаур Хари. Питай Гаур Брахмананде. So, when you chant this holy name, Srimana Chaitanya Mahaprabhu telling, you know, happening eight things, meaning everything happening in this holy name. And Mahaprabhu told, Sarva Siddhi Haive Sabar. When you chant the holy name, Sarva Siddhi, meaning what you can want, you can fulfill the all desire. This is material desire and spiritual desire. Everything this holy name can fulfill your. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что когда человек повторяет святое имя, то он достигает 8 видов блага. И святое имя исполняет все его духовные и материальные желания, достигает совершенства. Бхактивинода Тхакур telling, наче о намер гуне осо фала пайре. That meaning is the, if you don't want, you know, this is the fruit of this holy name, Riddhi, Siddhi, Baiva, Putra, Parivara, everything can get, you know. Даже если ты не хочешь, то все равно Святое Имя принесет тебе все остальные виды блага. Yes, so some Vaishnava is telling, you can just saw this material world, somebody is such a very wretched person, and they don't know where how much money. That is our India, Tata, Virila, Reliance Company, so many, and Fortress Company there. Don't know where, how much money there. Now coming over, they did some pious activities, now got so much money. So some Vaishnava are telling, previous life they have chanted this holy name, but they are want this material desire, you know. This Naam never besting, he gave this kind of wealth. Mm-hmm. And famous people also. Huh? All famous people also. Yeah. Откуда, например, в этом мире есть такие люди, у которых несметные, казалось бы, богатства? Как у нас, например, в Индии много людей, там владельцы таких крупных компаний, как Тата, там или другие, или наоборот, самые знаменитые люди. Откуда, что за благочестивую деятельность они делали в прошлых жизнях, от чего они все это имеют? Что является самым сильным процессом повторения святого имени. Эти люди сами не подозревают, откуда это все им упало на голову, только все это произошло только потому, что в прошлом жизни они повторяли святое имя Бога, имея на это с определенными желаниями. Yeah. So this is the, and if some chanting this pure name, he can give to Golok Vrindavan, Krishna's lotus feet. А если человек повторяет святое имя чисто, бескорыстно, то тогда он попадает на Голок Вриндавана. Yeah, that's eternal happiness. И он обретает уже вечное счастье. He can become Krishna's Sakhi, Sakha, you know.
станете другом, подружкой Кришны. Always playing with Krishna. Always. Будете вечно играть с Кришной. Are sitting with Krishna, eating nice prasad with Krishna. Сидеть, наслаждаться вкусненькими штучками. Direct Krishna service can get. Непосредственно служить Кришне. Not make die, not make old, not make young, always teenage staying always. И никогда больше не будет ни состареть, ни даже не повзрослеть, всегда будете юными подростками. И са Кришна, ал сакха сакхи's picture, they're always 9 years, 10 years, 11, not more than 14 years. Вы видели на изображении у Кришны все друзья, они Исаак и друзья, и подруги, они все где-то в возрасте 9, 10, 11 лет, не старше, чем 14. 14 это самый старший там. Yeah. And this so this is the very if pure name is chanting, this holy name. И вот это можно прости, если чисто повторять святое имя. Хорошо? You cannot imagine how kind of blissful they are. Даже вы не можете себе представить, как там радостно. And Mahaprabhu Pratipadam Purnamrita Aswadaram. Every time, every Pratipadam, you are tasting the Purnamrita Aswadaram. И Махапрабху говорит, и вот это блаженство, которое будете чувствовать, эту сладость, это вы будете чувствовать на каждый момент, когда будете повторять чистое святое имя. Бол Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Васудеве Бхагавати, Бхакти Йога Прайоджита. Janayatyasu vairagyam jnana chitad ahetuki. Then he telling, if you doing to bhakti, then what happening? Vasudeva Bhagavati, bhakti yoga, if doing bhakti yoga prajita, then what happening? Well, jnana chitad ahetuki, this jnana vairagya, no need to, you know, you took some extra, you collected some jnana and some vairagya. When bhakti is the coming, everything easily coming to you. So, jasyasthi bhagavat bhakti akinchana, if this Krishna bhakti is the came, another all quality, all everything easily came to you, no need to extra, you can collect something. Bhakti, yoga, bhagavati, bhagavati, pratyuchita, bhakti, yoga, bhagavati. You tell this meaning, you told the shloka. No, before I remember the shloka. Если человек совершает бхакти, ему совершенно не нужно дополнительно заниматься тем, что накапливать знания. Ему совершенно не нужно при этом вырабатывать какие-то особые качества, замечательные качества. Ему не нужно для этого прикладывать никаких усилий. Ему не нужно развивать в себе отречение. Ему не нужно этим заниматься. Если человек совершает бхакти в Васудеве, то все остальное приходит автоматически. Yeah, when Prahlad Maharaj, you know, he's only 5-year-old age, you know, what he gave instruction to these children, you know, which instruction reading the heaven, this is the demigod also discussing, Prahlad Maharaj with 5-year-old age gave instruction. Dhruva Maharaj, when Narayana gave to Darshan, he is a 5-year-old age. He wants to try to do prayer, but he did not know anything. Now, Lord, take this counsel, touch this here, then all can inspire this heart. Nice, slow. This is the gaj, you know, this is the elephant, you know, elephant. When Narayana came, he is the elephant. But when he doing glory to the Narayana prayer, Lakshmi listening, surprised. How one elephant telling this slope? Yeah, he's a surprise this thing. Telling when bhakti is the came, everything manifested in your heart. Когда маленький Прохлада начинал учить своих друзей одноклассников, то по его изречению, по его учению учатся полубоги. Когда маленький Друва старался совершать баджан Бхагавана, ему было всего 5 лет. И получил даршин Бога. Тогда он даже не умел говорить правильно, как он не знал даже, что произнести. Бог попросил Бхагаван, произнеси мне молитвы. Вдруг он не знал, как это сделать. Ему было всего 5 лет. Тогда Нарайана просто прикоснулся к нему своей раковиной.
и он стал, и стали из него прямо изливаться эти красивейшие молитвы. Слон Гаджендра, слон, когда утопал в этом озере и предложил лотос, он произносил такие красивые молитвы, такие глубокие молитвы Господу, от которых сама Лакшми была поражена, потрясена, насколько они прекрасны. Она не могла поверить, что это может произносить слон. Все приходит автоматически, когда появляется бхакти к Бхагавану. Yeah. Хорошо? Хорошо. So everybody try. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare. So this Rupa Goswami, Rupa Goswami told, when some queen he go, you know, what happened queen go, then this all this sakhi, all this, everybody there follow. When some king go, this all this mantri, minister, everybody go like this. Bhakti is the, like this, he is the Radharani, Bhakti is the himself Radharani. And when Radharani, all sakha, sakhi, everybody there follow, like this, Bhakti is like this. Шри Рупа Госвами дает такую аналогию, он говорит, что когда идет царица, вся ее свита бежит за ней, все следуют за ней. Когда идет царь, все придворные министры, все главные чины, все следуют за ним. Бхакти подобна этой царице, этой императрице, за которой все остальное следует автоматически. Yeah. So now he's telling, yeah, now he's telling. You are following so many dharma, varnasrama dharma, you know, desh dharma, jagat dharma, so many dharma you can follow. But you have no interesting listen to this harikatha, this bhakti dharma. You are telling this all your dharma is useless, no value. You know, if not follow this visakshan katha sucha, if this thing not gave to you fruit, you know, you can interest to listen to this Harikatha, telling all your dharma is useless, no value. And далее Сута Госвами говорит, если даже человек выполняет совершенным образом любые свои обязанности, если он совершенным образом исполняет обязанности варнашрамы и дхармы, если он выполняет обязанности совершенным образом перед семьей, перед обществом, перед кем угодно, совершенным образом. Если при этом это не способствует тому, что у него появляется вкус к харикатхе, вся эта деятельность просто напрасная. Хорошо. Now he get very nice tattva telling what is this tattva, you know, telling this tattva is advaidhan par tattva. Adhyayan Paratattva, you know Adhyayan Paratattva? This is Adhyayan Paratattva Tattva. But this Tattva is the three form, even is the one, but they are Jnani, this one thing they are looking for, this is the Brahma. But a Yogi, one thing they are saying, this is the Paramatma. This one thing, this is the devotee, how looking, this is the Krishna, you know? This is the one, this Tattva, but three, that person, devotee, the three, we are looking for the three thing. Далее Сута Госвами говорит о том, что... Well, you can tell, hearing nicely and understand nicely this thing. Vedanti Tattva Vidas, this shloka, yeah? Yeah. Он произносит шлоку Vedanta Tattva Vidas. Он говорит, что истина, все сущее едино. Все это истина сущее, все мироздание, это и есть Господь. Адвая Гьяна Парататва. Но все эту истину видят по-своему. Например, Гьяни ее видит, как все является вездесущим Брахман, все являются вездесущим Господом или всепроникающим Господом. Йоги видят, что во всем есть, что это все есть Параматма, то есть они во всем видят Параматму. А бхакты или преданные, они понимают, что все это, что высшая абсолютная истина является Бхагаван, личность, и все остальные это в той или иной степени его частички. То есть ту же самую истину
люди с разным уровнем сознания видят по-разному, как Брахман, как Параматма и как Бхагаван. Хорошо. Это называется Адвайя Гьяна Парататма. Все, это все едино, нет ничего отличного, обособленного, независимого от Кришны. Все в нем. Yes, now our Vishwanath Gautakura gave one example. Even one, three person thinking three way, but what is everything is the not any same. Now Sri Vishwanath Gautakura he gave example like this. This is a season of mango, you know? Mm-hmm. Here the mango mm-hmm. coming? Mm-hmm. Coming mango no. here? Mango здесь иногда появляется сейчас уже, да? Yes. Yes, Maharaj. Yeah. Now some king he saw, he hearing of this market called nice mango, you know. Now he sent to some servant, you can go and look, I heard called very nice mango came market. The first servant go, he look, oh, this is a so very nice mango. Blue, you know, this is the yellow color, very nice mango. He saw this far away, he returned. King to ask, are you some mango? But yes, I saw very nice mango. Now send the second person, you can go to saw this mango, I saw mango, second person go, and he saw this is the yellow color, very nice mango. He go to close and he touch, you know, oh, this is the ripe mango. And he takes smell, well, so fragrant. King asking, are you some mango? Well, good mango, ripe and also good smell also, fragrant also. Итак, как понять, как эти люди видят по-разному истину? Насколько глубоко они каждый видят? Кришна Чакраварти Такур дает пример. Он говорит, однажды царь услышал о том, что появились замечательные манго. Наступил сезон манго, и появились манго на рынке. И тогда он отправляет он своих слуг узнать, что за манго. Подходит первый слуга, он видит издалека. Ну да, точно, манго, какие красивые манго появились. Вернулся, царю доложил. Да, действительно, манго появились. Царь отправляет второго слугу. Второй слуга уже подходит совсем близко к манге, начинает трогать, их действительно мягкие, хорошие, сочные, нюхает. Да, ароматные манго. Возвращается царю, докладывает. Действительно, на рынке есть мягкие, сочные, ароматные манго. When he sent the third person, he saw, this is a nice mango. He touched, he's very ripe and take a smell, very fragrant. Today, 5 kilo mango I want. He buy 5 kalyan mango and bring this house nicely, the wash nicely, and he doing the cut and offering to Krishna, give tulasi leaf, and when he eat, oh so sweet, so fragrant, so sweet. King asks, are you some mango? Believe Maharaj, so nice mango, so sweet. Now he also now will cut mango. Ты тогда третий слуга был самый смышленый. Он пошел на рынок, он и потрогал, и понюхал, и купить 5 килограммов манго. Дома помыл их, предложил Кришне, Туласи, сам попробовал. Какое сладкое манго. Поднес царю показать. Говорит, ну что, ты видел манго? Да, конечно, такое манго хорошее, спелое, красивое, пахнет вкусное такое. И угостил царя этим манго. Now, Vishwanath Gautakura gave example. Now, example give, even 3 persons there, everybody got a mango. You cannot tell first person in that garden, he saw, you know. Second person also got touch in last person. But even 3 persons got mango, but it's different. So telling who is the first person, only saw this mango, telling he is the Jnani. He is looking this Brahma Jnan, how the Brahma, oh this Brahma one effulgence, big effulgence this Brahma. Oh. Now second person, who is that person who touch and take smell, there is the yogi. Oh, this is the Angushta Pariman, this is Paramatma, always is the remembering this heart, always is Atmananda completely observed. But who is the third person, who is the devotee, who is the direct served to go to Lord Krishna, Radharani, and direct served to Krishna, and offering nice prasad, take this prasad, and doing decoration to Krishna, doing arati to Krishna. Hariva. Yes, this is the, so telling only one devotee completely cut Lord, not a jnani, not a yogi, only devotee. You tell, nice, understand this thing, you are preaching here,
Несари, но. Вам для вашей проповеди, вы очень часто будете объяснять, что такое двая гьяна парататтва. И поэтому очень важны те примеры, которые приводят наши ачарьи. В данном случае, что, как объяснять это Вишванат Чакраварти Тхакур, какими аналогиями. Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, несмотря на то, что все три слуги, они понимают о том, что такое манга. Это действительно манга, это реальная манга, настоящая манга. У всех трех есть определенное представление о том, что такое манга. Но, тем не менее, у последнего слуги, у него полное представление о том, что такое манга. Если первый слуга, он видел издалека манга, он понял о том, что да, это манга, оно желтое, оно спелое. То есть, также и гьяни, когда они видят, когда они понимают этот безличный, всепроникающий, вездесущий аспект Бога, это абсолютная истина. Все, что они видят, все, что они понимают, это абсолютно истина. Это так и есть. Но и даже йоги, они выше стоят их на ступеньку, потому что они не просто уже видят о том, что этот аспект. Они прекрасно понимают, что у него есть еще и другой аспект. Они понимают, что это высшая абсолютная истина еще и находится в каждом. Она управляет всем. А тогда как преданные понимают, что высшим проявлением Господа является непосредственное общение с Ним, непосредственное служение с Ним. О том, что преданные, они прекрасно понимают и аспект вездесущности Господа, прекрасно понимают о том, что Господь находится в сердце каждого и управляет всеми, как Он выглядит. Они еще и имеют личные взаимоотношения с Ним, как друзья, как подруги. Они хотят лично служить с Ним. Хорошо? Yeah, understand? Yeah. So, понимаете? Понимаете. Meaning? Understand. Понимаете. Yeah. So if you understand only this thing, then you can get confused. Somebody, oh, this, how the Lord is the Brahma. You know, there's so many preachers, Shankaracharya, he's the Brahma, but he's yogi. Oh, he's the Paramatma, you come to meditate your heart. But no. You know, they are not complete God, Lord. Only complete, if simply complete God something, only devotees. Если хорошо понять эту концепцию, то кто бы вам не встретился в будущем, если вам встретится человек, который является брахмавадит или ведантист какой-нибудь, который будет вам рассказывать с точки зрения вездесущности брахмана, или если человек встретится как йоги, который скажет, что я непосредственно видел даршан Бога, как он выглядит в сердце и так далее. У вас только бхакты, только преданные, они прекрасно понимают эти разные аспекты Бхагавана, это просто глубина восприятия Бога. Yes. So, Krishna, he told Bhagavad Gita. Yeah, tapasvi bha atiga yogi, Krishna tell, jnani bha api matadhika, karma bhisa ajiga yogi, tasmat yogi bhamarjuna, Bhagavad Gita, you know, Krishna is tell, this yogi is the more than karmic, more than jnani, more than yogi, more than who is the topmost, then this is a yogi, you know, yogi is the topmost. А Кришна в Бхагавад-гите всем показывает о том, что среди карми, гьяни и йоги высшими являются йоги. Then second slogan Krishna is telling, yoginam api sarvesam mat gatenam taratman. Second slogan tells, all the yogis, you know, who is the completely by love affection, they are doing the bhajan. This is the my devotee. This is the my mata, you know. My, I am, what is mata telling me in English? Yeah, I know. Yeah. So this is the who is the topmost? Well, devotee. The Krishna has told this himself. И после этого Кришна произносит следующий стих, в котором говорит: но среди всех йоги самыми высшими являются те, которые приняли меня как свое сердце, которые мне посвящают свой баджан. Yeah. So in our India, I know they're telling everybody not in yogis is Krishna, some karmi is Krishna, some tapas is only bhaktar Bhagavan. Only Bhagavan, only for bhaktas, not any else. Например, у нас в Индии говорят бхактава цали, а не там йогава цали или кармава цали. Почему? Потому что Кришна свою родительскую любовь, заботу, любовь отдает своим преданным именно. Они для него ближе всего.
Only Krishna control by this bhakti. Только Кришна можно управлять только при помощи бхакти. Баласи Бхактаватсал Бхагаван Ки! Джай! Бала Нитай Гаур Брахмананде! Хари Хари Бол Ки! Джай! So this thing, Sriman Chaitanya Mahaprabhu, he told this Sanatana Goswami, Sanatana Sikhya, he gave very nice example there, he gave. Все эти удивительные примеры рассказывает Махапрабху в Санатане Шикше, Чайтанья Чаритамритам. Там Махапрабху уже более глубоко это объясняет и использует другие примеры. Хорошо? Yeah? So, time, you're listening? Время еще есть на слушание, или уже все готово? No time? Готово. Okay. He wants to offer now. Yeah, you can go offer. So, okay. I remember this past time how, you know, this is Mahaprabhu telling Sanatana Goswami how once very poor person, he is so much unhappy. Surrounding, no cloth, good, very steep, how one sarbhagya, Jyoti is the actual sort of heat, or he is the sarbhagya, meaning he knows everything. Mm-hmm. When he look, when he saw this forehead, you know, that very, very intelligent forehead, you can tell everything you have, what is the future, what you have, not have, you can tell everything to you, when the sarbhagya, coming, why are we so unhappy, or then tell you, before my father is left body, I am before the your father is your father is my friend. You know, he tells one very secret thing. You know, your house, there are four directions, and your father, this golden part, he keeps this very, very valuable, very, very jewels, he keeps and put your house, and this thing is the east side, you know, east side. He telling, he don't dig in the north side. You know this story? You can tell nicely this story? Там Махапрабху рассказывает Санатане Госвами. Well, if nicely, can hear this thing. Слушайте внимательно эту историю. Однажды один бедный человек, совершенно худой, в очень плохенькой одежде, в очень плохенькой одежде, пришел к одному из астрологов, Сарвагья. Сарвагья означает тот, кто все знает. Сарвагья. И он пришел, тот увидел, иди сюда, подозвал к себе. Ты почему так плохо смотришь за собой? У тебя такой богатый отец был, но тот объясняет, но он умер и мне ничего не оставил. Как это так? Это невозможно. Я знаю, он был мой друг. Я знаю, что он оставил все эти сокровища, закопал просто у тебя во дворе дома. Тебе просто нужно немножко копнуть и ты это найдешь. Но он говорит, ты не копай в южном направлении. Если ты будешь копать в южном направлении, то ты наткнешься на ули ос. И эти осы тебя будут безжалостно кусать. Не копай, не вдумай в западном направлении, потому что в западном направлении находится знание. Там находится змея, которая тебя проглотит. И не копай в северном направлении. Если ты будешь копать в северном направлении, там находится дух. Этот дух появится и тоже будет тебя очень мучить, доведет тебя до смерти. Тебе нужно копать именно в восточном направлении. Вот там ты только немножко подкопнешь и уже найдешь целый сундук с золотыми монетами и драгоценными камнями. О чем является мораль этой истории? Мораль этой истории в том, что если копать на юг, если идти в южном направлении, и что это за осы, которые жалят? Если человек начинает совершать много-много действий, отдавать много своих усилий на выполнение своего кармического долга, то в итоге он получает ничего больше, как укусы этих ос. Все, что к нему потом приходит в качестве материальных благ, все начинает его кусать. Если человек начинает копать в западном направлении, то есть он идет на запад и тянется к знанию, то на него
то змея, эта змея, она поглотит его. The worst it is snake, yeah? Worst snake of knowledge. Это знание, оно же его и проглотит, оно же будет являться причиной его смерти, его бедствия. Если копать в северном направлении, то это будет дух, который измутит, сделает из себя просто сумасшедшего. Что это значит? Если человек будет развивать свои способности к йоге, то он настолько сильно возгордится своим положением, настолько сильно будет сам находиться в иллюзии о том, что он Бог, что это просто приведет к сумасшествию души. Нужно идти именно в восточном направлении, именно к служению, в любви к Богу. И именно там зарыто все сокровище для души. Да. But. Oh, yeah. Yes. With the lesson, everything. So this we are telling, this is the, you know, this is the East is the Purva, you know, mm-hmm. This is the, he's telling, no need to do some lot of work, you know, mm-hmm. Only little bit when you put this earth, then coming, this is the God. This meaning is that this Bhakti Marga, this is the, not doing so much effort, you know, very easy process is the Bhakti Marga, then he came this wealth, you know, this is, so this we are telling, only Bhakti Marga, you know, you can follow only Bhakti Marga, no any karma, any yoga, any jnana. Only you can follow this Marga path of Bhakti. Там, в восточном направлении, богатство зарыто очень неглубоко. Не нужно прилагать усилий, особых усилий, как в других направлениях. Там просто немножко подкопнуть, и уже это сокровище откроется. Сокровище Бхакти. See, Bhakti is the telling, you know, Vishwanath Chakrata telling, Bhakti vi Riju Marga vi. Bhakti Marga is a very easy process. Must, you can, everybody want to make the party, you know, everybody want to go to party. When go to party, the party happening hard thing. What happening this party, happening three things. Все же любят вечеринки, да, что там на этих вечеринках происходит? Песни и танцы. Yeah, they're happening things, one dancing, one eating, one is the singing. You know, every piece of this party, I'm going to have been eating. So, Mahaprabhu telling you can make, every day you will make your party in your house with the devotees. Mahaprabhu говорит, ну и устраивай у себя вечеринку целый день дома со своими преданными, со своими друзьями преданными. And eating, fasting, eating, you eat very nice prasad. What is the very good thing of here? You can make nice aparla. И не нужны там никакие аскезы. Готовь очень вкусные блюда. В чем проблема? And singing and dancing, when you are doing kirtan, and you're dancing every day, doing nice dance and to kirtan, for Krishna's kirtan, Krishna's dance. Как Махарадж показывает, танцевать можно каждый день и петь там, все для Кришны. Yeah, so every day you can follow this party for Krishna. Ну и что, пусть у тебя будет каждый день вечеринка. Yeah. This party is the best party for Krishna. Вот это самая лучшая вечеринка, вечеринка, посвященная Кришне. Yes. So every day to party. So this Vishwanath Chakrabarti told, this bhakti is a very easy process. Then the hard process is the easy process. Поэтому Vishwanath Chakrabarti так вот говорит, что бхакти это самый легкий, самый естественный процесс. Хорошо? Yes. See, the good dancer. Хороший, friend. Nice. Okay, Nitai Gauravamanande. You know what I gave class? This is everything, this proper, this note, then easily can Bhagavad Katha. То есть вот сейчас вот записываешь, если прошу себе в тетрадочку, ты потом можешь Бхагаватка вкудовать, понимаешь? Yes, once then, I am telling this all points, this is the commentary of Vishwanath Chakrabarti. Я все это выписывал из комментариев Vishwanath Chakrabarti Thakur. And I give example, you know, I hear to so many places, I give example this thing. Я собирал примеры самых разных мест, самых разных вайшнавов. Хорошо? I want to hear everybody one nice preacher. Я хочу, чтобы каждый из вас стал очень хорошим проповедником, читали все Бхагават как было. Yeah. Nityam Bhagavat Sevaya. Nityam Bhagavat Sevaya. Служить вечно Бхагаватам. Yeah. Хорошо? Yeah. So I want to, you know, this is the order of Mahaprabhu.
You know, Prabhupada told, I not make anybody disciple, I make everybody guru. Это указание Махапрабху, и Прабхупада говорил, я говорю, тут не учеников воспитываю, я гуру воспитываю. Yeah. So Mahaprabhu saying to Nityananda Haridastagur, door to door, well, where you follow to my order, you know, follow to my order, he preaching, you know, you are everybody guru, Mahaprabhu. И Махапрабху отправлял Нитянанду Прабху и Харидаса Такур, чтобы они шли от двери к двери, проповедовали, чтобы они из всех делали гуру. Хорошо? Okay. Okay, any question? Вопросы есть? You know, Hare Krishna. You know, yesterday, who is that take some mala, you know, Kanti, they're making this note, this is that note, this is name. Yeah, Махапрабху, соберите все контактные телефоны для Махараджа тех, кто получил чётки от Махараджа. If possible, if possible, if tomorrow, if everybody calling, then I can give some instruction to them. И если можно было бы завтра тоже их всех собрать, он бы наставление последнее дал бы. Yeah, you can tell tomorrow, if morning, evening, anytime you are coming, then I can give some. Чтобы, например, они завтра утром пришли, и тогда он с ней поработает, обработает. She has a question for her. Question girl. В Исконе, когда я была, и там спор такой был серьезный, причем старший древний спор. Является ли, например, я была в алкогольной, антиалкогольной компании, да, организации, является ли это бхакти? То есть, вроде бы как они пытаются людей, чтобы они не пили, благостной жизнь вели. И там четко говорили, да, это бхакти, должна участвовать. When I was in ISKCON, then I saw some arguing discussion about seniors that they organized company against alcohol, that people stopped drinking alcohol, so they're helping society, and they said this is a bhakti, everyone has to participate in this. So some people had opinion that this is not bhakti, and some people thought that this is bhakti. So what is the conclusion? Is it bhakti or not bhakti? What? To help people that they will stop drinking alcohol. So their bhakti, Sri Rupa Goswami tell, this is the bhakti, the three kind of bhakti. One is the Arab Siddha, one is the Sangha Siddha, one is the Swarup Siddha. There are three kinds of bhakti. Shri Rupa Goswami описывает три вида бхакти. Арупа Сидда Бхакти, Санга Сидда Бхакти и Сварупа Сидда Бхакти. Yeah. And this bhakti is the, you know, this is the Sangha Siddha Bhakti, you know. В этом случае помогать людям избавиться от алкогольной привычки, это подходит под Санга Сидда Бхакти. And also Арупа Сидда Бхакти. И под Арупа Сидда Бхакти. And Arab is the like this, you know, give example, this is the, if making some, like this for Krishna's, I am making some field, make how grows eggplant, some sabji, you know, the sabji you can making for Krishna's, yeah. Why I am doing this thing, or if you grow this tree, very nice fruit, nice flower, then after what happening this thing, I can offering to Lord Krishna, you know, offer to Lord Krishna. Вот Арупа Сидда Бхакти подходит то, что, например, человек выращивает овощи, фрукты, цветы для того, чтобы потом их предложить Кришне. То есть он занимается этим, чтобы потом предложить Кришне. Это Арупа Сидда Бхакти. Yeah, this is the, and this is the, so this is the, like this, why they want to stop this, this is the alcohol, yeah? If stop this alcohol, this mind makes it nicely, then Krishna, they are possible, you know, who is the alcohol, he cannot do austerity, impossible, you know, there is the austerity, the finishing there. So if they don't take alcohol, what happening, then possible, they can want to have Krishna consciousness, they can chanting very nice, holy name. Почему люди, почему преданные, например, борются с тем, чтобы люди не пили алкоголь? Потому что если человек пьет алкоголь, он совершенно не способен ни на какие усилия. То есть у него способности к аскезам никаких нету.
он просто не сможет принять сознание Кришны. Его сознание очень грубое. If their mood is like them, why stop the alcohol? What is the regime? How you can bring to slowly to them to the Krishna consciousness? Then is the everything okay. Only alcohol stop, this is the nothing. То есть, если человек борется за то, чтобы просто не пили сами по себе алкоголь, потому что это плохо, это не бхакти. Не арупа сидда бхакти. Арупа сидда бхакти является, если у человека намерение, что он, что я ему помогаю перестать пить алкоголь для того, чтобы дать ему Кришну. То есть, если ты это делаешь для Кришны, вот как выращиваешь цветы, чтобы потом предложить Кришне, то есть я ему помогаю для того, чтобы потом дать ему Кришну, вот тогда это является рупа сидда бхакти, некоторая связь бхакти. А не потому, чтобы он стал просто сам по себе хорошим человеком и оставить его в покое. Okay. Anybody? Еще есть вопросы? Пожалуйста, поясните санга сидда бхакти и третий сварупа сидда бхакти. Махарадж, вот и санга сидда бхакти и сварупа сидда бхакти. Санга сидда бхакти is the telling like this, telling this Vaishnavas have 26 quality, you know, 26 quality Vaishnavas. Kripalu, Akrita Droha, Satyasar, Sama, Nirdasa, Badanya, Mridu, Suchi, Akinchan. There are 26 quality of this Vaishnavas, you know. Mm-hmm. Telling there one quality is that they are, you know, this is the, one is the Swarup Lakhyan and another 25 quality is the Tatastha Lakhyan. You can tell? В Шримад Бхагаватам описано, что у преданных 26 видов качеств, которые, к которым относятся сострадание, любовь, как бы одинаковое отношение к каждому. Преданное ничто не выводит из равновесия, он очень спокоен, умиротворен. Описано все 26 видов качества. И одно из них – это преданность Кришне. Так вот, эта преданность Кришне является сварупа сидда бхакти, а остальные качества, все остальные поступки, основаны на этих качествах, являются санга сидда бхакти. What is sварупа сидда санга сидда? And that's the I told this thing. I told this same thing completely. Yeah. So he is telling this is that 25 qualities the that Tatastha Lakhyan. Mm-hmm. And the Swarup Lakhyan is the one is the Swarup Lakhyan Krishnaika Saranam. This is the Swarup Lakhyan. This is the main Lakhyan. Yes. If this Kripalu, meaning it is somebody so merciful. So merciful. Yeah. But this merciful, this is not any value of the spiritual life. You know, this world is so many merciful persons. Akrita Doha, Satyasar, Sama, you know, this quality. If this quality with is there, you know, that is the Krishnaika Saran, you know, Krishnaika, with the Krishnaika Saran, then Kripalu, this is the merciful, successful. Without only some Kripalu, some merciful person, they are gave to charity to some poor person, gave to class to some poor person, distributed something, they are such so much merciful, this merciful, only binding this material world. But if this thing, use this Krishna consciousness, they are Kripalu, they are so merciful. They say, if somebody bring to the spiritual life, you can give to them holy name, you know, give to some prasad. If use the Krishna Sarana, this Krishna Bhakti, if you use all things, this 25 quality, then there is the successful without no. This is Sangha Siddha Bhakti. Yeah, this is the Sangha Siddha Bhakti. If this Sangha meaning this Krishna Ika Sarana, it meet with this Krishna Ika Sarana, then he become perfect without everything useless. Ну вот то, что я сказала, если человек использует, если у преданного использует, делает что-то на основании остальных 25 видов качества, например, кому-то дарует свою милость, то в этом мире и так много очень милостивых людей. Но если преданно дарует свою милость как-то, он постепенно его приводит, он помогает как-то другому человеку, чтобы тот понял бхакти. Вот это и есть санга сидда бхакти, то есть постепенно приводит их к Кришну. Understand? Yeah.
And the Sarvashuddha Bhaktita, who is Bhakti direct, Directly listening, Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Bandhanam, Dasya Sakya, Atmanivedanam. This all this direct bhakti doing for Krishna, this is Sarvashuddha Bhakti. То есть непосредственное взаимоотношение с Кришной – это шраванам слушать о Кришне, прославлять Кришну, это думать о Кришне, служить Кришне в качестве друга, делать ему пуджу в качестве слуги, полностью предание Кришне – это сварупа сиддхабхакти. Хорошо. Какой у вас еще вопрос? Не бывает глупых вопросов задавать. Я хотел просто Махараджу сказать, что хорошо от слова хара. Хара пришло. Хара там. Махараджа, the Russian word хорошо. Sanskrit. Хорошо came from хара. He wants to say. Хара, хари. And feel good. Хорошо. And therefore people feel good. Хорошо. Do you probably doing arati? After finish? Do arati, okay. Evening time, you can listening about Guru Tattva, okay? Вечером будут слушать Гуру Таттву. And Guru Dev pastime. И истории о Гуру Деве. Анупама. Запишите, сохраните, там все еще. Кто у нас будет держать трансляцию? Я не буду держать. Давай. Уже можно не писать. Это... Я ее подержу. Это хорошо. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Jai Jaso Mati Nandana Dajavara Nagara Gokula Ranjana Kana Jai Jaso Mati Nandana Dajavara Thank you.
Thank you.
Пренесе га хоши Кришна Чайтани Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гарадхар Шри Васиди Шри Горбхакта Вринда Ки Джай Шри Навалит Хан Ки Джай Шри Шри Рада Кришна Гопа Гопи Гока Вартан Двада Шри Малак Пака Шри Враджа Мандала Ки Джай Шри Шьяма Кунда Рада Кунда Ямуна Ганга Туласи Бхакти Деви Ки Джай Шри Гири Раджа Махараджа Ки Джай Шри Яшода Майя Нанда Баба Ки Джай Шри Джиганат Голадхар Супадриджа Ки Джай Шри Пурушоттам Ки Джай Ананта Котти Вайшнава Вринда Ки Джай Самагата Бхакта Вринда Ки Джай Шри Гор Примананде Хари Хари Гор Вриндаван Туласи Садвайи Priyavi Kesava Sacha.